23-летняя Анастасия Решетова все свое время посвящает воспитанию сына Ратмира, который родился 3 недели назад. Жизнь брюнетки кардинально изменилась. Владелица салона красоты решила перестать делать маникюр, к которому привыкла. Возлюбленная Тимати раньше предпочитала длинные ногти, а теперь отказалась от них в пользу очень короткой длины. Поклонники инстадивы не могли не заметить таких перемен. «Меня так умиляет, что вы ради малыша отказались от длинных ноготков. Мамы, они такие. Это ведь из-за Ратмира», — обратилась к модели одна из подписчиц. «Да чтобы удобнее было крем наносить и купать его», — ответила Анастасия. Фолловеры поддержали молодую маму. «Решетова хорошая мамочка, молодец, малыш превыше всего. Ну что за чудо-мама», — комментируют поклонники. Анастасия часто делится трогательными моментами материнства. Сегодня она показала в Instagram Stories, как спит ее сын в забавной позе. Мальчик поднял руки вверх и крепко уснул в таком положении. Накануне Анастасия Решетова похвасталась подарком Тимати. Молодая мама худеет с помощью корсета. Ранее она похвасталась своими лучшими беременными аутфитами.